Привет, это Максим из магазина «Фотолюбитель». Сегодня мы продолжаем рубрику фотоаппаратов из кинофильмов. Речь пойдет об одном из моих любимых фильмов «Битлджус» Тима Бертона. Это фотоаппарат Nikon F501, также известный как Nikon N2020 на территории Северной Америки. Именно такую камеру использовала персонаж Вайнона Райдер в роли Лидии в этом фильме. Эта модель была выпущена в 1986 году и стала первой успешной зеркальной автофокусной камерой. Интересна также и модель вспышки, использованная с этим фотоаппаратом в фильме, а именно Nikon SB15. 501-м Nikon можно использовать большинство полнокадровой оптики Nikon, но мне эта камера больше всего нравится за лаконичный дизайн 80-х.